Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Не кнутом, а пряником руководство Речица Древ решило необычным способом простимулировать своих рабочих вакцинироваться. Для тех, кто сделает это до 30 сентября, есть возможность принять участие в лотерее. Об этом говорится на инфостендах предприятия. Призовой фонд рассчитан на 426 человек, главный приз – 200 рублей. Посмотрите на эти кадры, которые уже облетели весь мир. Австралийский фермер сложил из овец большое сердечко. Красиво, но в то же время грустно. Дело в том, что мужчина не смог попасть на похороны к своей тете из-за ограничительных мер. Поэтому он решил таким образом почтить ее память, выложить сердце из этих животных. Как вам такие способы воспитания? Молодая пара из Могилевской области била свою трехлетнюю девочку. Руками, ремнем, полотенцем, лентой эти предметы сейчас на фото. Малышку заставляли стоять на гречке, ей связывали руки и ноги стяжками и скотчем. Тревогу забила тетя девочки, она и обратилась в милицию. Теперь супругов будут судить за истязание.